Всем привет! Вы часто меня просите сделать видео по принципу «день из жизни», но я мама с двумя детьми, которая сидит с ними дома, и день мой похож друг на друга. Вот за редким исключением, когда я попадаю куда-либо по приглашению в интересные бьюти-места. Вот одним из таких было приглашение в центр «Гармония Плюс». Это учебный центр, это официальный представитель лаков «Гелиш» в Украине. И знаете, я просто отдохнула душой. Я думаю, это почувствует и попробует каждая женщина, которая будет на моем месте. Вы можете спросить: «Оксана, какого черта, я не бьюти-блогер, кто меня будет приглашать?» Должна вам сказать, что досмотрите видео до конца, у меня для вас кое-что припасено. Я уверена, вам понравится. Гелевое покрытие по принципу гелиш или шеллак, ну это не совсем одно и то же, но чтобы вы понимали принцип, да, это возможность снять нарощенные в кавычках ногти, которые держатся 2 недели, снять спокойно дома без помощи мастера. Так вот, это течение сейчас все больше и больше набирает обороты, позади оставив за собой традиционное наращивание, как это было раньше, и такие учебные центры каждый день наполняются желающими освоить эту технологию. Так вот, в этом центре «Гармония Плюс» в Киеве идет постоянный набор моделей на обучение, потому что со всей Украины съезжаются мастера маникюра, которые хотят отработать эту технику и делать ее безупречно, которые закупают эти продукты и хотят не зря потратить, скажем такие, свои деньги. Кроме того, каждый четверг у них идут бесплатные мастер-классы без отработки, а ознакомительные, где не только мастера, но и любые желающие могут посмотреть, как это делается, и, возможно, для себя приобрести новую профессию, новую специализацию. Это интересно и как работающим мастерам маникюра, и так просто интересующимся девушкам и женщинам. Поэтому в эти учебные центры все время, повторюсь, требуются модели. Я думаю, эта информация будет для вас полезна. Внизу я оставлю ссылку, по которой можно перейти на сайт и записаться в качестве модели. У них есть модели, которые ходят к ним по 8 лет. И будьте уверены, что они это делают не зря, потому что с хорошим мастером никогда не сделают, что ли, это не волосы, грубо говоря, которые можно чикнуть, да, стажеру, и уже назад не приклеишь. Ногти всегда можно переделать. Более того, хороший мастер еще на полу, скажем так, на полудвижении перехватит неверный шаг и всегда сможет поправить. В результате у вас красивые ногти, которые держатся 14 дней, сделанные на дорогом материале, и все это совершенно бесплатно. И даже если вы мне скажете, что вам до Киева очень далеко, и вы ради этого специально не поедете, и живете вы вообще в другой стране, то и тут я могу вам помочь. Обратите внимание, что каждый день вокруг нас появляются новые мастера. Люди учатся, им где-то нужно отрабатывать. Это могут быть и косметологи, парикмахеры, мастера маникюра, педикюра, и мастера по дизайну, моделированию ногтей, и даже массажисты. И везде нужны модели. Особенно их много нужно в центрах по наращиванию и нейл-арту, да, в центрах для мастеров маникюра и педикюра. И скажу вам, это самый безопасный путь именно для самой модели. Безопасный и приятный, потому что, еще раз повторюсь, там нечего исправлять особо. Там легко поправить. Так как видео от посещения получилось очень длинным, я разбила его на 2 части. Во второй части вы сможете посмотреть мастер-класс от ведущего преподавателя международного уровня Галины Старенко. Она профессор в среде нейл-арта, да, и да, есть у них там свои такие звания, оказывается, я не знала. И она покажет, ну, скажем так, не полный, но все же мастер-класс для тех, кто интересуется покрытием, гелевым покрытием. Я часто вижу эти комментарии в видео о ногтях. Люди просят, девушки просят: покажи, как ты делаешь гелевое покрытие дома. Возможно, для вас это будет интересно, вы захотите делать это себе сами. Возможно, вы захотите освоить эту технику профессионально и делать такое покрытие в качестве заработка, научиться этому, обучиться как профессионал. И, возможно, вы уже мастер, профессионал, мастер по наращиванию ногтей, и вы захотите для себя что-то новое узнать и подчеркнуть какие-то вещи, которые покажет вам преподаватель. В любом случае, дождитесь следующего видео, оно выйдет через несколько дней. А на сегодня все. С вами была Оксана Терехова. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока. Hot springs and cool.